Игорь, вот вы рассказываете про моржовый хер, ваши фразы, ваши гарики с матом. Как публика относится к мату? Ты знаешь, с публикой то, что ты меня спросил, конечно, ужасно трудно, потому что мы все советские люди искалеченные абсолютно. В смысле, мы так воспитаны, особенно старое поколение, что все наши части тела, все наши нормальные отправления, все, что ниже пояса, все неприлично. Я как-то начал завывать свои стишки вот 8 лет назад. Я сразу столкнулся с недоумевающими, ужасными взглядами, с отведением глаз в сторону, покраснением. Люди не слышат, в ужасе. И я применяю анестезию с тех пор. Я с самого начала заявляю, что у меня будет неформальная лексика. Что это легитимно, что это законно. И постепенно начинаем рассказывать. Я действительно раньше всегда ссылался на авторитет великого знатока русской словесности Юрия Карловича Олешу. Олеша однажды сказал, что он видел много всякого смешного, но никогда он не видел ничего смешнее, чем написанное печатными буквами слово «жопа». На вид неловкий и унылый, по жизни, Юрок, ты как мышь. Тебя послал я в жопу, милый, ты не оттуда ли звонишь? И вот первый смешок, и люди расслабляются. Еще они переглядываются, но они уже расслабляются. А потом я как-то поехал, наверное, через год уже после приезда сюда, я поехал на первые свои гастроли в Америку, и в Сан-Франциско одна лингвистка, очень эрудированная женщина, в отличие от меня, но это не трудно. Она мне рассказала дивную фразу великого русского лингвиста Бодуэна де Куртене. Академик Бодуэна де Куртене сказал: «Жопа не менее красивое слово, чем генерал. Все зависит от употребления». «Живи, покуда жив. Среди потопа, которому вот-вот наступит срок, поверь, наверняка всплывет и жопа, которую напрасно ты берег». Тут я как братва, если говоришь, вот я надеюсь, что у меня употребление будет адекватным. Тем более, что у меня же стихи действительно там мат только когда необходимо, а так нет. Знаешь, у меня был такой стишок: «Вон живет он, люди часто врут, все святыни хая и хуля, а меж тем я чист, как изумруд, и в душе святого до хуя». Здорово. Только закусывай, да. А то напьешься раньше, чем кино кончится.